На канал «Экзегет» поступил следующий вопрос. Почему в молитве ко Христу мы обращаемся не к Богу, а именно ко Христу? Начнем с того, все же, что крест – это тайна Божьей любви. И мы, собственно говоря, обращаясь ко Христу, взываем к той тайне, который послужил нашему спасению. Обращаясь ко Христу, мы вспоминаем всегда, глядя на крест, страдания Господа нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем Его голгофскую жертву. А это одно из условий духовной жизни. Мы не должны забывать про эту жертву никогда. Только так мы сможем иметь в себе благодарность Богу за все, что Он нам делает. Молимся ли мы домашними молитвами? Вспомним о Голгофской жертве. Идем ли мы в храм Божий на службу? Вспомним о Голгофской жертве. Идем ли мы на исповедь? Готовимся к причащению? Вспомним о том, что Господь принес себя на кресте в жертву за спасение каждого из нас. И то, что мы получаем от Бога, то, что мы имеем, силу Божию, которая исцеляет, которая вразумляет, которая питает нас, сила Божьей любви, это все следствие той самой Голгофской жертвы. Поэтому, когда мы с вами обращаемся ко Христу, конечно, мы обращаемся к тайне Божьей любви, к самому Богу, и практически это одно и то же. Почитая крест, мы с вами благодарим Бога за все, что Он делает для нас. Нанося на себе крестное знамение, мы призываем Божью любовь на себя, потому что крест – это и есть символ Божьей любви. И таким образом складывается благодарное, благоговейное отношение к Голгофской тайне, к тому, что мы имеем от Бога, к возможности нашего спасения. Это великая тайна Божия. И для нас в этой тайне заключена сила. Именно силой Божией мы спасаемся, не своими силами. И об этом мы читаем у апостола Павла. «Ибо слово о кресте для погибающих ярость Твоя есть, а для нас, спасаемых, сила Божия или сила Божьей любви». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.